Партизаны из Сан-Эспирито провозгласили войну правительству Мендозы. Представитель партизан и революционного фронта Хосе Карамакас говорит: «Мендоза — это бешеный пес, которого нужно пристрелить». Республика Сан-Эспирито, когда-то именовавшаяся «Жемчужиной Карибов», теперь бунтарский остров. Партизанское движение, известное как Народная революционная армия Сан-Эспирито, сражается с правительством народно избранного президента Сальвадора Мендозы. Сан-Эспирито. Еще один проклятый режим, который нужно прикрыть. Президенту придется уйти. Рика, сколько можно тебя ждать? Быстрее, тащи свою задницу сюда, потому что мне нужна компания. А вот и они. Помоги мне разобраться с ними. Отличная работа, Рика. Рад тебя видеть в целости и сохранности. Хорошо, следуй за мной. Убери этих ребят оттуда, чтобы мы могли двигаться дальше.
Отличная работа, Рика. А теперь возвращаемся. Надеюсь, вы на своих местах, ребят. Рика, давай быстрее разберись, что здесь к чему. Давай, Рика. Нужно работать. Ты думаешь, ты уже достаточно отогрел себе задницу, Шелдон? Тепло уже позади, Кейн. Ты только позаботься там о нашем друге Рика. Итак, он справится. О, и не думай о том, что я забыла последний раз, Рика. Рад, что вы знаете друг друга. Когда будете готовы к брифингу, подходите к машине.
Это мое личное пространство. Отвали. Хорошо, вы пробитесь. Руки на голову, сеньор. В укрытие. Цель замечена. Стреляйте по готовности. Огонь! Убейте его! Огонь, убейте! Хорошо, вперед. А ну-ка, стоять на месте. Хорошо, поторопитесь. Вон он, убейте его. Стреливают. Цель замечена. Стреляйте по готовности. Хорошо, вперед. Цель замечена. Стреляйте по готовности. Нам нужна помощь. Хорошо, поторопитесь. Цель замечена. Стреляйте по готовности. Схватите его. И где твои друзья-террористы, предатель? Цель замечена. Стреляйте по готовности. Быстро! Придурки! Схватите его! Схватите его! Fuego!
Ты принес мне текилу? Эй! Эй, ты! Огонь! Убейте его! Поторопитесь! Схватите его! Эй, кто-нибудь! Цель замечена! Стреляйте по готовности! Цель замечена! Пошли! Когда-нибудь, друг мой, я буду победителем. Этот парень, которого хочет устранить агентство, как и вчера. Президент Сальвадор Мендоза. Практически любовник наркокартеля Монтана. Имеет поддержку вооруженной армии и полиции. Мы нашли того человека, который немного осложнит жизнь Эль-Президента. Почему я не удивлен? Встречайте своего нового друга, Хосе Карамикас, лидер повстанцев. Эль-Президента держит его в тюрьме, как раз на этом острове. Его держат в старом испанском форту Эль-Гранде, недалеко отсюда. Удобно, да? Идите к форту, уничтожьте охрану, освободите Карамикаса, и вы станете своим человеком. Реальным мужиком. Лучше уже будет идти. Ох, Рика, если что-то пойдет не так, помни. Ты меня знаешь? Точно. Но ты к этому привык, верно? Возьми у Кейн все необходимое. Thank you.
Это моё! Огонь, убейте его! Убейте его. Хорошо, вперед. Где? Кто? А, Пендьехо, убейте его! Цель замечена! Стреляйте по готовности! Стоять на месте! Эй, кто-нибудь! Цель замечена! Стреляйте по готовности! Пришлите подмогу немедленно! Цель замечена! Стреляйте по готовности!
Черт! Жалкие кретины! Ударьте меня еще! Несчастные трусы! Можете даже убить! Вы просто жалкие, жалкие свиньи! Ненавижу! Быстрее! Нужно уходить отсюда! Поторапливайся! Вижу, вы уже с ним здорово подружились. Поэтому теперь стали гораздо сильнее. Нужно делать революцию вместе. Оружие убери, мистер. Что нужно сделать, чтобы люди больше ценили наши старания? Вниз. Схватить их, схватить! Мы под обстрелом. Пошли, 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 пошли! Быстро. Ладно, мне пришло сообщение. Эй, кто-нибудь? Встретимся позже в лагере партизан. Бросай-ка оружие! Стоять на месте! Видишь, что происходит, когда выводишь меня из себя? Ну-ка, берегись! Нам нужна подмога! Мой брат, ты свободен. Благодаря этому Омбра Эсперанза, теперь он один из нас. Свободный солдат против Эль Президента. Вы все поняли, амигос. Хусей, тебе нужно идти, солдаты. Да, мне придется на время исчезнуть. Но мы же вскоре встретимся, верно?
Отлично, Рика. Теперь помоги новому товарищу освоить Лос Миразолес. Друзья-террористы, предатели. Вперед, дружище! Да здравствует революция! Следующая остановка Мерекуре. Милое место для начала войны. Helado, helado, helado. Еда, пиво, все, что пожелаете. Aguas frescas, aguas frescas. Привет.
Остановите его! Чокнутые! Вперед, вперед, вперед! Вон он, убейте его! Какого черта ты делаешь? Еда, пиво, все, желаете? Хорошо, давай, возвращайся сюда. Есть дело.
Helado! 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 Helados! 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 Еда, пиво, все, что пожелаете. Хосе хочет, чтобы ты немного для него украл, для Лакуса Си. Проверь свой КПК, мой друг.
ты нужен Хосе для специальной работы. Нам всегда что-то нужно, знаешь ли. Я уже переслал информацию на твой КПК. Хорошо, давай, возвращайся сюда. Есть дело. У тебя же мои деньги, правда? Коко фреско! Коко фреско! Эй, у тебя же мои деньги, правда? Коко фреско! Коко фреско! Бутылка вина и Библия. Меня покинули мои единственные друзья. Сеньор Рико, для вас есть еще один шанс ускорить революцию. Мы хотели бы провести простую операцию обмена. Просмотрите детали на вашем КПК. Еда! И... У армии много потребностей, сеньор. Хосе хотел бы, чтобы ты помог решить пару проблем. Я переслал тебе всю информацию, если такое тебя заинтересует. Thank you.
Стой! Ворюга! Приятель, я тебя прикончу. Эй, тормози, идиот! Эй, ты так можешь и убить кого-то? Революция – дело нелегкое, и враги поджидают повсюду. Хосе только видел того, кто недавно попал в этот список. Может, ты сможешь его убрать для нас? Я посылаю для тебя всю нужную информацию. Thank you.